Erst einmal vielen Dank. Es freut mich sehr, hier bei Ihnen zu sein. Прежде всего большое спасибо. Мне очень приятно быть сегодня здесь с вами. Ich werde versuchen, mein Verständnis dieses Themas ein bisschen darzustellen. Я постараюсь показать свое видение этой темы. Das heißt aber nicht, das ist das Allgemeingültige, sondern es ist mein Verständnis des Themas. Это не означает, что это общепринятое мнение, это только мое понимание, да. Wenn wir über Nachhaltigkeit sprechen, dann versteht jeder von uns etwas anderes davon. Когда мы говорим о теме устойчивого развития, то каждый понимает об этом что-то свое. Wir in Deutschland sehen es sehr stark unter dem Aspekt des Quantitativen, des Energetischen. В Германии мы рассматриваем это понятие прежде всего с качества, количественной точки зрения, с точки зрения энергетики. Das heißt, man kann es messen, Kilowattstunde pro Quadratmeter pro Jahr, aber wir vernachlässigen dabei sehr stark die qualitativen Aspekte. Это значит, что мы все измеряем в киловаттах в час, в год, но часто опускаем из виду качественную сторону дела. Denn lassen Sie mich Ihnen ein Beispiel geben, ein anschauliches Beispiel. Ich baue ein Haus, das so schlecht ist, dass keiner es benutzt und ich habe dann sehr viel Energie gespart. Ну, например, пожалуйста, приведите очень наглядный пример. Я построил очень плохой дом, который никто не хочет использовать, но этот дом использует, потребляет очень мало количества энергии. Es macht also keinen Sinn, es nur aus dem Quantitativen zu betrachten. Ein gutes Haus, auch ein nachhaltiges Haus, ist ein Haus, das seinen Zweck erfüllt, das benutzt wird, das unsere Welt auch kulturell bereichert und wo man hinterher denkt, wenn es fertig ist, wenn es fertig ist, es war es wert, gebaut worden zu sein. Поэтому нельзя упускать из виду и качественную сторону дела, как мы это часто делаем, потому что наша задача не только думать об энергетике, а о количестве, но и важно культурно обогащать наш строитель, наш мир. Ich werde Ihnen jetzt, ich habe Ihnen drei Schlüsselprojekte mitgebracht, drei Projekte, an denen wir experimentiert haben und an denen wir gelernt haben. Drei Projekte unterschiedlicher Größe. Aber was sie alle gemeinsam haben, ist, dass wir ein bestimmtes Thema der Nachhaltigkeit, einen bestimmten Aspekt der Nachhaltigkeit vertieft ausgearbeitet haben. Здесь я хотел бы представить прежде всего три проекта. Все они по-разному представляют тему устойчивого развития, это экспериментальные проекты. Но их объединяет то, что они связаны с темой экологии. И каждый из этих проектов наглядно показывает какой-то один аспект того, как можно подойти к устойчивому развитию. И первый вопрос я бы хотел задать Светлану Веничу. И, может быть, его бы прокомментировал тоже директор Алексей Левчук после Штефана. Вопрос такой. Вот Штефан в своем интервью, которое он дал Елене Давыдовне для сайта института, рисует архитекторов-модернистов, в частности, Ле Корбюзье, в первую очередь говоря о том, что это была идеологическая архитектура. И
даже говорит о том, что в результате такой, не то чтобы обязательно политической, но в принципе идеологизированной архитектуры, возникло, например, разделение понятия жизни и работы, и, как он говорит, возникло такое социалистическое восприятие жизни. В то же время, какой может быть ответ со стороны новой архитектуры 21 века? Это в первую очередь зеленая архитектура, так называемая архитектура устойчивая, sustainable, и он также говорит о том, что наше общество должно постепенно перейти к так называемому зеленому образу жизни. Но не является ли это такой же идеологией, и не напоминает ли это каким-то образом архитектурной утопии 20 века? И в чем тогда отличие? Окей. Хороший вопрос. Das 20. Jahrhundert war in der Architektur, im gesellschaftlichen Leben, im politischen Leben ein Jahrhundert der Ideologie. Es war so, und generell ist es bei Ideologien immer so, wenn ein Aspekt den anderen überlagert, wird es sehr eng. Der internationale Stil in der Architektur hatte das Problem, dass er sehr positiv war, aber glaubte, alles sei möglich. Und man könne alle Häuser überall auf der Welt gleich bauen. Da wir überall andere Bedingungen haben auf der Welt, macht das überhaupt keinen Sinn. Das ging nur, indem wir Energie im Exzess zuführen konnten, um die Nachteile der Häuser zu kompensieren. 20 век, как с точки зрения общественной, так и политической, был характеризован именно отдел идеологии. А идеология означает, что какой-то один аспект ставится во главу угла, а другие являются менее значительными. И тогда человеку остается меньшим пространством. Вообще во всем мире архитектурные стили сталкиваются с той проблемой, что в то время сталкивались с той проблемой, что они считали возможным только все. Представлялось возможным во всем мире строиться одинаковые здания. Но надо помнить о том, что во всех уголках Земли условия разные, поэтому подобный подход лишен всякого смысла. И мог бы пройти только для того, чтобы устранить какие-то отдельные недостатки сами. Ich stimme Ihnen zu, sobald auch der Gedanke des Ökologischen ein ideologischer wird, wird er problematisch, weil wieder dann alles auf einen Aspekt nur konzentriert ist. Es muss, deshalb habe ich vorhin gesagt, es muss bereichert werden, es muss erweitert werden, es muss die Chance, es muss ein Aspekt werden, auch in der architektonischen Debatte, ich beziehe es jetzt mal auf die Architektur und nicht auf alle Bereiche des Lebens, es muss ein Aspekt sein, der die Architektur bereichert, der neue Aspekte reinbringt, der neue Ideen reinbringt. Und auch ich wehre mich dagegen, dass es ideologisch betrachtet wird. Auch ich würde mich gegen eine Diktatur der Ökologie wehren wollen, weil auch diese dann natürlich keine freie Entscheidung ist, auch diese keine Entscheidung ist, wie man es richtig macht, sondern dann werden wieder Rezepte vorgegeben und immer wenn Rezepte vorgegeben wurden, und das geht durch alle Systeme durch, das ist angefangen bei der katholischen Kirche, es geht durch alle Systeme durch, wenn Rezepte vorgegeben werden und die Kategorien von Gut und Böse in der Debatte angewandt werden, geht es schief. Я соглашусь с тем, что вы сказали. Действительно, отчасти экологичное направление в архитектуре становится идеологией, потому что здесь предпочтительным остается какой-то один аспект. Поэтому нужно развивать этот самый аспект, обогащать его. Необходимо, чтобы
в архитектуре, ну, здесь я говорю только об архитектуре, только об этом аспекте, всегда было что-то новое. Какой-то аспект должен обогащать существующую систему. Да, я соглашусь, что в какой-то мере здесь мы говорим об идеологии, но я бы здесь не стал защищать диктатуру в архитектуре, потому что в любом случае, когда какие-то существуют заранее приготовленные рецепты, в любых системах, будь то даже католическая церковь, к примеру, когда мы оперируем категориями «хорошо» и «плохо», тогда такая система обречена на неудачу. Ich denke immer, und das zum Abschluss jetzt, eine gute Richtschnur ist immer, sich zu überlegen, können wir die Themen, die Probleme, die wir verursachen, noch selber in unserer Generation lösen? Oder überantworten wir es kommenden Generationen, mit diesen Problemen fertig zu werden? Wenn wir das, was wir verursachen, selber wieder in Ordnung bringen können, ist es in Ordnung. Können wir, dann ist es zu verantworten. Wenn wir die Dinge, die wir verursachen, nicht mehr selber in Ordnung bringen können, sondern unseren Kindern und Kindeskindern als Hypothek überantworten, dann ist es falsch. И мне кажется, что вопрос, который нам следует поставить перед собой, следующий. Можем ли мы самостоятельно решить те проблемы, которые мы спровоцировали? Или же мы оставляем их последующим поколениям? Может ли наше поколение с этим справиться? Если да, тогда можно говорить о том, что мы ответственное поколение. Если же нет, если же мы передаем существующие проблемы нашим детям и внукам, как ипотеку, тогда мне кажется, что это неправильно. Мне очень хочется, тема очень интересна, спасибо за приглашение поучаствовать в журналу в этом семинаре, в этом учебном столе. Тема очень интересна, очень дискуссионна, очень широкая. Я сейчас отвечу очень, стараюсь очень узко только на твой вопрос, чтобы, спасибо Богу, не говорить о чем-то еще. Относительно идеологии. Вот, с моей точки зрения, эта тема, она очень многообразна. Действительно, каждый, вот правильно сказал Алексей, в нее привносит то, что он знает, то, что он хочет сказать. Как минимум, есть две очень крупные тенденции, две очень крупные характеристики данной темы, про которую все говорят, их очень часто смешивают. Они, с моей точки зрения, относительно разные. Вопрос, где тут есть идеология, он по-разному решается для каждой из них. Первое направление, это вот то, о чем сейчас уже говорил Алексей, это направление единения человека и природы. В том, что человек, безусловно, в прошлом веке это несчастное потерянное существо, которое прошло через несколько войн, довольно крупных мировых, Первую, Вторую мировую войну. После Второй мировой войны тоже особо ничего хорошего не видела. И вот идет, зреет постоянно вот этот разрыв, он увеличивается между человеком и природой. Где-то после войны все очень уж затасковали и сказали, что надо идти вот куда-то, значит, в природе обратно. Тема зеленого строительства, она вот началась, естественно, по нефтяному, и в каком году она не имеет никакого отношения к данному кризису. Она имеет отношение к нефтяному кризису 1972 года. Вот оттуда она пошла, эта тема уже 40 лет почти. Эта тема, связанная с единением человека с природой, по-моему, здесь нет никакой идеологии. И говорят, что есть какая-то идеология. Какая же тут идеология? Это вот мы с вами, 5 миллиардов, или сколько у нас вообще, 7 миллиардов человек, это действительно реальная потребность. И тут нет идеологии, быть не может. Вторая часть этой темы, которую вот сейчас меня удивил, конечно, Штефан, когда он сказал, что мы эту тему, мы ее меряем в киловаттах, в ваттах, с точки зрения энергии, с точки зрения экономии. Вот этот подход, он, мне кажется, навязан, идеологически навязан, реально, крупными развивающимися странами. Германии, Штатами, Европой, он, в общем-то, не очень большой. С моей точки зрения, имеет отношение к предыдущей, к основной теме, к мейнстриму, к человеку природы. Он является несколько навязанным. И я вижу, как сегодня какие у нас идут реакции на тему зеленого строительства, энергоэффективности, ресурсоэффективности. Все это так в одну кучу замешано, названо устойчивым строительством, там есть все. При этом многие развивающие страны, по-моему, совершенно правильно говорят, они обращаются к мировому сообществу и говорят, постойте, подождите, вот вы
крупные западные страны, это так называемые развитые страны. Вы насосали денег, вы стали очень экономически устойчивы, вы стали очень мощные. В том числе стали мощными, загрязняя окружающую среду. В том числе давали гигантские выбросы газа. Вы там заедете все, что только можно. Вы обогнали в нас в развитии, да. Сегодня пришла наша очередь развиваться. Индия, Китай, Россия, Бразилия. И для нас действует ограничение. Мы не можем в этих условиях развиваться. Мы не можем развиваться в условиях ограничения на электроэнергию. Это нереально. Это очень сильно тормозит наш экономический рост. Ваши требования являются навязанными. Вот с моей точки зрения, это очень дискуссионный такой вопрос. Он связан и с выбросами газов, и с Монреальским соглашением о парниковом эффекте, и с Киотским соглашением о выбросе парниковых газов, и с программой «Партнерство 21 века», которая тоже там огромное количество ограничений по экологии предлагает. Вот давление через экологию, с моей точки зрения, это нажим на диалоги. Желание человека делать архитектуру, жить, работать как можно ближе к природе, это совершенно естественная вещь. Спасибо, Александр. Коллеги, вопрос, который поставил Владимир, нас, вот, сидящий за этим круглым столом, ставит в очень неудобное положение, потому что, ну как бы, мне надо встать и прочитать лекцию про то, что такое устойчивое развитие. Да? Значит, никакой идеологии в этом нет, и нет, так же как нет никакой неоднозначности понимания этого термина. Да? Достаточно прочитать отчет комиссии Дугла, там, 72-го, что ли, года, да? И все, и не будет ничего, никаких расхождений. Будет четкое понимание того, что это такое. Да? Другое дело, что в России никто этого не делает. Да? Никто не взял и не прочитал. Да? И в том числе сидящие здесь и свободно выступающие на эту тему, имеющие свое собственное мнение. Я наблюдаю эту дискуссию на протяжении уже 20 лет, и она у меня в печенках сидит, ей-богу. Да? Значит, потому что люди услышали слово, да, и убеждены, что вместе с этим словом они получили знания. Уважаемые коллеги, нет. Да? Есть определенная теория за этим понятием устойчивого развития, так сказать, да? Значит, она подразумевает просто, что мы должны, развиваясь сейчас, принимать во внимание интересы и потребности будущих поколений. Она может быть дальше более четко определена как жесткое требование в отношении баланса технологического, социального и экологического капиталов. Это все может быть окколичественно, квалифицировано. Да? Могут быть введены условия слабой устойчивости, сильной устойчивости, могут быть введены условия экономической устойчивости, там, какой-то еще энергетической устойчивости. Но все это чистые теории науки. Да? Значит, но советский человек не может воспринимать реальность, не подозревая, что здесь зарыта собака. Это свойство советского человека. И в этом есть идеология. Да? В этом есть идеологическая зачетка. В том, как мы воспринимаем. Значит, с моей точки зрения, ну вот, это как бы вопрос о репликах, о том, что идеологически это обусловлено или нет. Идеологически обусловлено наше восприятие термина устойчивого развития. Да? Значит, но действительно, в России немножко другие проблемы, немножко другие задачи. Да? Потому что для того, чтобы подходить к управлению развитием так, как это подходит Германии, надо иметь данные о том, чем ты управляешь. А для того, чтобы как следует управлять и предсказывать результат, надо иметь исходные данные для того, чтобы для управления. В России этого нет. Значит, я занимаюсь немножко другими вопросами градостроительного планирования. Вот. Я точно знаю совершенно, что городские власти не владеют информацией о банке земельных участков в Санкт-Петербурге. Да? То есть земля не размежована, сколько чего в Санкт-Петербурге, мы не знаем. Мы, конечно, все время втянуты в огромное количество конфликтов между застройщиками, населениями, властью одной, властью другой и так далее. Нам просто не до этого. Некогда. Мы решаем такие вот мелкие задачи выживания. Да? Нам некогда заниматься каким-то планированием
И поэтому мы очень злимся на тех, так сказать, внутренне раздражены теми, кто имеет время и возможности для того, чтобы думать о чем-то там надолго вперед. Вопрос, на самом деле, у меня теперь к Елене Давыдовне, и он касается того, насколько мы вообще знаем, в России же вопрос. Да, спасибо. Вадим, да, я тоже впечатление, что вот все вот эти зеленые увлечения, вся эта зеленая спесь, это исключительно Западная Европа и США, хотя там даже не одинаковый подход, да, ну, может быть, позднее обсудим. Пара фактов буквально из совсем последних месяцев. Китай, понятно, что репутация у Китая с точки зрения экологии далеко не самая идеальная, мягко выражаясь. И понятно, что Китай, опять-таки, начинает с крайне низких позиций, поэтому ему довольно легко расти. Но, тем не менее, вот буквально 2 месяца назад объявил глобальную зеленую программу, инвестиционную 2-3% ВВП в год. Это очень большие деньги для Китая, ныне второй по размеру экономики после США, как мы знаем. Что делает Китай? Да, Китай как бы очень отчетливо понял, что в принципе это такая глобальная тема, с которой надо или браться сейчас, или ты все, отстанешь в мировую гонку уже вообще навсегда. Китай, соответственно, у нас активно инвестирует во всяческие возобновляемые источники энергии, в оборудование, все, что с этим связано. А из-за Китая в той же самой Германии разорилось очень-очень много фирм, которые, например, ветряки производили или какое-то еще оборудование. Даже в России был такой проект «Роснано», как вы, наверное, знаете, у нас занимается распределением денег на все, что связано с возобновляемой энергетикой. Вот они в Краснодаре купили фабрику и пытались там выпускать солнечные панели. Ну, один из их проектов. Вот. И, в общем-то, тоже в декабре объявили, что нет. Лучше не будем. Не, для юга России. Небольшая программа. Тоже объявили в декабре буквально об опросе, сказали, что лучше не будем. Вкратце про Китай, про Бразилию. У нас Бразилия на мировом, опять-таки, присоединилась к зеленому рынку, зарекомендовала себя как лидер по производству биотоплива. Ну, то есть, в общем-то, это тоже, соответственно, довольно важный фактор. Когда мы говорим о таком подходе, о котором вы сказали, да, вот действительно, что дайте нам сейчас больше вот как-то, ну, напотреблять, а потом подумаем про экологию. Я как, вот, ну, Александр, по-моему, тоже, как человек, люди, которые участвуют, в частности, в ОНУ, в переговорном процессе по изменению климата, вот такую позицию можно скорее услышать от стран на Ближнего Востока, да? от наших товарищей из нефтяных держав, которые как раз хотели бы сказать, что мы очень бедные, давайте мы ничего не будем платить и держите нас в рамках развивающихся стран. А вот все-таки, например, БРИК, он уже весь как-то ушел в тему, ну, в большей или меньшей степени. Ну, ладно, перехожу к России, да. Устойчивость в России. С устойчивостью в России сложилась, как мы уже, наверное, услышали, не очень такая понятная ситуация. Очень часто даже такие серьезные государственные мужи без всяких министерств воспринимают слово устойчивость в буквальном выражении, то есть устойчивость то, что хорошо стоит. И поэтому даже когда, скажем, специалисты МЭРДа, Министерства экономического развития, говорят об устойчивом росте, ну, вам, наверное, будет смешно, но они имеют в виду рост, который продолжается достаточно долго. Вот, и понятно, что это какое-то странное восприятие. То есть тема в России присутствует, как бы, ну, если нам господин Денис сказал, что в Германии она присутствует на таком количественном показателе, да, то есть сколько киловатт энергии на квадратный метр мы можем сэкономить, то в России тема присутствует устойчивости, а скорее на, как бы, с одной стороны, на декларативном характере, а с другой стороны, в характере таком точном. Я сейчас объясню эти два понятия. Декларативный характер — это какой? Это вот, например, происходит конференция по изменению климата ООН в Копенгагене. Перед ней там наш президент Медведев делает важное программное заявление. Да, изменение климата плохо, будем бороться, надо бороться. Все сказали ура, боремся. Все. Через какое-то время принимается закон об энергоэффективности. Кстати, там есть такой серьезный федеральный закон об энергоэффективности, после того, как очень-очень много кто посчитал, и российские структуры, и западные структуры, о том, что вообще-то российская экономика с точки зрения энергоэффективности вторая с конца, хуже нас, по-моему, только Казахстан. Что энергоэффективность, что означает? Мы энергию просто, ну, теряем. Россия теряет энергию столько, сколько Франция потребляет.
вот так, чтобы вам показать характер. Соответственно, принимается соответствующий закон, да, о том, что к 2020 году нам надо ввести снизить энергоемкость нашей продукции. Тут опять-таки речь идет об экономических параметрах, да, о том, чтобы, вот, например, товары оставались конкурентоспособными. Вот, знаете, снизить к 2020 году на 40%. Вот, в принципе, хороший закон, да, то есть там прописал. К нему, соответственно, дали задание каждому региону, в том числе Санкт-Петербургу, да, свои региональные планы. Написать, что мы делаем, откуда берем деньги. Опять-таки, какие-то регионы сделали, какие-то нет. В области ЖКХ закон провисает очень серьезно. Ну, про ЖКХ, я думаю, еще Оксана Карпов нам, как профессионал, более еще расскажет. Но, в общем-то, провисает. И вот так вот в очень-очень-очень многих аспектах, да, то есть, с одной стороны, мы говорим энергоэффективность, и сейчас вот вторая тема — мусор. Вот сейчас очень новая важная государственная тема, была, все на борьбу с мусором, все за, ну, вот в Петербурге нет, например, в Москве, вся Москва завешена такой социальной рекламой «покупай биоразлагаемое». Вот. Да, опять-таки с биоразлагаемым ситуация неоднозначна, да, там есть плюсы, есть минусы, технологии во многом не проверены. Но, как бы сказал, тут уже Путин на конференции «Единой России» сказал, надо биоразлагаемое покупать, надо биоразлагаемое, все, Москву заклеили рекламу, все. Опять-таки поговорят и вот во многом забудут. Но это вот про декларативность я хотела сказать, а еще вот про точечность, да, то, что действительно, вот с одной стороны, энергоэффективность, вот пропилим, добьемся. Вот сейчас вот мусор то же самое. Один из как бы базисных факторов устойчивости, о котором господин Бениш говорил, тоже вот товарищ Карпов, это о том, что вся экономическая и экологическая система должна восприниматься в замкнутой системе. Да? То есть одно всегда вытекает из другого, да? И имеет последствия на третьем, на четвертом и на пятом. Мы не можем заниматься только одной конкретно взятой маленькой проблемой. Нам надо устойчивость, это именно говорит о том, что нам надо думать комплексно. Надо думать комплексно и о том, как экономика связана с экологией, социальными факторами, со всем остальным. Получается, пока вот сейчас этого не получается, ну, на мой взгляд. Я, наверное, на этом моменте остановлюсь и позволю... Я хотел бы задать вопрос Гению Подгорному, как практикующему архитектору. Архитектура, понятное дело, дисциплина прикладная, во многом зависит от заказчика. Вот в твоей практике, что происходит с вопросом sustainability? Вот я на секундочку просто представил себе сваи. Голубые сваи, да, которые я предложил заказчику. Здесь это был последний разговор с ним. Не знаю, мне кажется, немножко к нему ушли. Можно сколько угодно говорить. На самом деле, у меня вот вопрос более конкретный был, господин Бениш. Вот кто являлся заказчиками для данных объектов? Раз. И, в принципе, вот какое процентное соотношение вот этих инновационных, скажем, зеленых технологий, да, назовем, да, которые, насколько они удорожали бы проект, в отличие, если бы применялся самый, ну, обычный, то, что у нас применяется, насколько это все было бы дороже, насколько эффективно и во времени, вот, и, скажем так, окупалось бы. Gut. Sehr praktische Frage. Erst einmal, es gibt kein Projekt mehr in unserem Büro, das diesen Aspekt nicht berücksichtigt oder in unterschiedlicher Tiefe umsetzen würde. Wir machen kein Projekt mehr, bei dem dieser Aspekt der Nachhaltigkeit nicht mindestens dem Stand der Technik nach berücksichtigt. Ну, первое, должен сказать, что в нашем архитектурном бюро нет ни одного проекта, который не был бы таким устойчивым, или в котором понятие устойчивого развития в большей или меньшей степени было бы применимо. Мы всегда создаем только такие проекты. Das Projekt zu den Kosten. Es bedeutet Überzeugungsarbeit, aber immer weniger Überzeugung. Es wird immer selbstverständlicher, auch in den Vereinigten Staaten. Natürlich ist es, wie sagt man, sich selbst erfüllende Prophezeiung. Bauherren kommen zu uns, weil sie solche Projekte auch wollen. Что касается вопроса о снижении затрат, то это, конечно, вопрос убеждения. Необходимо убеждать заказчика, однако нужно сказать, что таких заказчиков, о которых приходится убеждать, становится со временем все меньше. Наоборот же растет ответственность и
в том числе в Соединенных Штатах Америки. Так что, напротив, заказчики приходят к нам для того, чтобы мы разработали для них такие проекты. Alle unsere Projekte kriegen wir über Wettbewerbe. Alle. Zu den Kosten. Das Projekt Wacheningen, IBN, das ich als allererstes Projekt gezeigt hatte, wurde zu den ganz regulären Kosten der öffentlichen für den ganz regulären Kosten der öffentlichen Hand gebaut, da hatten wir keinen Cent extra. Das Projekt NordLB, würde ich sagen, war durch diesen, durch dieses Thema Nachhaltigkeit und Energiesparsamkeit vielleicht 8 bis 10% teurer. Und das ist mein Erfahrungswert. Projekte, die im Energieverbrauch, sagen wir mal, 60 bis 70% unter den Benchmark-Projekten liegen. Also Projekte, die etwa 1 Kilowattstunde pro Quadratmeter pro Jahr brauchen für Heizen, Kühlen und so weiter. Normales braucht 400 vielleicht. Das sind etwa 8% teurer. Also diese Energieeffiziente sind etwas teurer. Wacheningen war genauso teuer, aber die NordLB oder sowas, also wenn man sagt, 60% spare ich etwa ein, muss ich 8% extra Investitionskosten haben. Что касается все наши проекты, мы реализуем, потому что мы выигрываем тендеры. Что касается вопроса о затратах, финансовых затратах, то в первом случае с заказом голландского министерства экологии это не стоило заказчику ни одного цента, если сравнивать с другими подобными проектами, то есть не обошлось мне на один цент дороже. Что касается второго примера, земельного банка Северной Германии, то здесь, возможно, затраты были на 8-10% больше. Но в общем могу сказать, что если мы с помощью нашего проекта достигаем сокращения энергопотребления на 60-70%, то изначально в развитие подобного проекта следует инвестироваться около примерно на 8% больше. Über die Energie, wenn ich es rechne, dauert es sehr lang, bis es sich amortisiert. 10, 15 Jahre. Aber die Gebäude, die nachhaltigen Gebäude, haben auch viel geringere Wartungskosten. Und dadurch rechnet sich sehr schnell. Что касается именно энергопотребления, то потребуется где-то 10-15 лет, чтобы проект окупился. Однако эксплуатация такого здания обходится гораздо дешевле. И поэтому, в принципе, все затраты гораздо быстрее окупаются. На сегодняшний день в России, да, если строительство, в частности, в Петербурге, ведется исключительно там по трем направлениям. Жилищное строительство. Это, как правило, некие торговые сети, бизнесы, я так понимаю, сейчас пока прикрыт. Да, и иногда всплывают, скажем, заказы сооружения, которые относятся к министерствам, сейчас, в частности, допустим, реконструкция Финляндского вокзала, где довольно-таки крупные заказчики, действительно возможно еще подобное предложить. А в большинстве своем это в основном частные инвесторы, у которых только одна задача, как можно дешевле все построить, как можно быстрее это все реализовать и продать. Вот, к сожалению, сколько угодно можно говорить, с моей точки зрения, в данном случае вот, решение там, строительства подобных зданий, да, это замечательная идея, но тут, наверное, вот, коллеги не даст соврать, что надо, наверное, начинать, наверное, не с зеленых зданий, а реально с общей вообще составляющей всего города. Потому что то, что сейчас творится с изменением зеленых зон, когда реально просто зеленые наши лёгкие исчезают, на этих местах появляются жилые комплексы, было немного, да. Когда транспортная проблема не решается вообще никак. Просто мы немножко, да, говорим на разных. Замечательно, наверное, все в Германии, там надо себе замечательно. Если им предложить взять, там, не знаю, трех немцев и предложить вынести мусор по разным бачкам, наверное, они это сделают, потому что это нормально. Да, у нас разложить стекло, металл, там, и все остальное, в одном проекте применить систему мусора, да, это вакуумная система мусороудаления.
От нее отказались, потому что первый же вопрос был, а что если бы у нее пломки? Перемилит она или нет? Das Problem ist etwas vielschichtiger. Проблема, конечно, многогранна. Ich habe vorher gesagt, es gibt den Städtebau, es gibt den Transport und so weiter. Und ich habe die Diskussion sehr stark eingeengt auf ein, zwei Themen, um es fassbar zu halten. Dass der Städtebau ein Problem ist, dass die Bauherren hier ein Problem sind, ist mir bewusst. Aber als wir uns mit dem Thema beschäftigt haben, standen auch nicht die Bauherren Schlange und haben gesagt, kommt, wir wollen nachhaltige Gebäude. Я сначала уже сказала, что я не затрагивала аспекты градостроительства и транспортной системы. Я ограничился намеренно только парой аспектов для того, чтобы мы могли охватить как-то хотя бы эти темы. Я знакома с тем, что в Петербурге существуют проблемы градостроительства. Но должен сказать, что когда мы начинали, и у нас не было такого большого количества заказчиков, которые бы в очередь стояли за такими сложными проектами. Ich glaube, dass die hiesigen Architekten sich das Know-how erarbeiten müssen, sich mit dem Thema auseinandersetzen müssen, denn sonst haben sie in fünf Jahren die ganz unangenehme Situation, dass die ganzen ausländischen Architekten kommen und sich das Thema vornehmen. Я думаю, что местным архитекторам сейчас следует как можно интенсивнее заниматься этой темой, потому что через 5 лет мы придем к тому, что этот рынок полностью займут там заграничные архитекторы, которые сюда приедут. Das gleiche Phänomen haben wir in den Vereinigten Staaten erlebt. Das gleiche Phänomen war in den Vereinigten Staaten. Die amerikanischen Architekten haben das Problem ignoriert. Und jetzt kann kein Entwickler mehr ein Haus bauen, das nicht mindestens LEED Gold ist. Geht nicht, er kriegt es nicht mehr vermietet an der Ost- und an der Westküste. Es kann nicht mehr vermietet werden, nicht mehr verkauft werden. Und такая ситуация была, например, в США. Тогда архитекторы тоже проигнорировали проблему, проигнорировали рынок. И теперь они пришли к тому, что ни один архитектор теперь уже больше не может продать свое здание, скажем, на восточном побережье. Dass da sehr viel Greenwash dabei ist, weiß ich auch. Aber trotzdem ist es ein Thema, das eine Eigendynamik entwickelt hat, ob man es mag oder will oder nicht, weiß ich nicht. Aber es ist so. Und die Diskussion erinnert mich manchmal, die wir auch, wir haben die gleichen Diskussionen vor 10 Jahren in Deutschland geführt. Hat mich sehr stark an den ehemaligen Manager von IBM entwickelt, der noch in den 70er Jahren gesagt hat, es gibt weltweit nur einen Bedarf für 5 Personal Computers. Конечно, я знаю, что существует много так называемого greenwash, но динамика присутствует, и от этого никуда не деться. Например, я знаю, что то же самое было и 10 лет в Германии. Однако сейчас ситуация изменилась. Я знаю, что в самом начале разработчики IBM говорили о том, что в мире есть потребность только в 5 персональных компьютерах. Знаете, мне кажется, что, чтобы понять, почему у нас такое состояние с зелеными технологиями, с этими зданиями, и почему оно такое в Штатах или Германии, надо задать себе всего один единственный вопрос, и получить на него, соответственно, один единственный ответ. Разница заключается в качестве государственного управления и ни в чем другом. Сегодня качество государственного управления, как итоговая задача, влияющая на все, что происходит в стране, у нас отличается от Германии, у нас отличается от Штатов. Отличается на такую пропасть, что сегодня, я с большим удовольствием слушаю всегда западных архитекторов, безумно интересно. Мне хочется, честно сказать, вообще ничего не говорить, сесть в зал, слушать, писать то, что они говорят, потому что это все, что они говорят, это очень здорово. Это как люди из космоса пролетели. В чем наша проблема? Она очень простая. Зеленые технологии с тем подходом, о котором сейчас говорил Евгений, а Евгений практик, и к нему приходят заказчики, то, что он говорит, это так. Они не работают, они не востребованы заказчиком. Заказчик не хочет сегодня платить за убыточные вещи. А зеленые технологии сегодня
энергоэффективные технологии. Страшно убыточная вещь. Те цифры, которые сейчас сказал Стефан, я с ними согласен. Наверное, в Германии они действительно работают. На нашей мёрзлой почве эти цифры немножко другие. Они примерно следующие. Увеличение стоимости строительства составляет около 20%, а экономия на энергоресурсах составляет до 80%. Она действительно может быть очень большая. Это точно. У нас, чтобы что-то подэкономить, надо просто чуть-чуть голову включить и сразу пойдут рубли копейки, мгновенно. Но затраты тоже достаточно существенные. И проблема в том, что на экономическом уровне эти вещи не сходятся. Они не сходятся у них. И когда Штефан говорит 15 лет, да, 15 лет, но с той системой государственной поддержки, которая у них есть, 15 лет. А если брать оттуда систему государственной поддержки, у них будет точно так же, как и у нас. Энергоэффективность не окупается вообще никак. Или окупается в такой период, ну, совершенно нереально. Я это говорю не потому, что я там балабол, у меня компания примерно 200-250 тысяч квадратных метров в год проектирует, и примерно 70-80 тысяч квадратных метров в год строит. И мы это дело увидим, все. Мы сталкиваемся с тем, о чем говорит Евгений, это именно так. Заказчик не готов за это платить. Вот и приплыли. Вопрос, кто будет за это платить, кто будет драйвер этой темы? Есть один единственный игрок, который в нашей стране умывает руки, это государство. Когда государство, кроме своих рассказов про лампочки, там, про модернизацию страны, про еще там, про нанотехнологии, еще про какую-нибудь чушь, начнем бороться с коррупцией, с монополизмом, заниматься реальными вещами, которые стоят перед страной. Ну, например, то, опять же, о чем сказал Женя, потому что я очень во многом с ним согласен, заниматься развитием инфраструктуры. Жить в Москве неплохо, в Питере тоже. Отъехать хоть немножко от этих двух городов, попасть в такое болото, просто кошмар. Съездить в Рязань, куда-нибудь в Белгород. Даже, в общем-то, достаточно благополучно, Ямало-Ненецкий округ. Ну, Псковская область, да, вот это. Ну, просто ехать от Ленинграда в Москву. Люди живут в таких домах, что просто катастрофа. Какая энергоэффективность, о чем мы говорим? Но вот с одной стороны, я поддержу коллег в том, что это четко совершенно проблема заказчика, да? Значит, и я говорил Ангелине об этом в интервью, так сказать, как вот перед этой дискуссией. Да, действительно, есть проблема с заказчиками. С другой стороны, уважаемые коллеги, я констатирую, что ну, вот не знаете вы рынка, так сказать, да? Значит, и не видите его. Программа, ну, я понимаю, что у вас свой какой-то есть сегмент, а жизнь она идет какими-то своими путями другими. Да? Российская программа «Экодом» существует уже 10 лет. Да? И разработаны достаточно интересные решения, так сказать, которые позволяют сделать эти пассивные, построить эти пассивные дома дешево, дешевле, чем стандартные конструкции. Значит, там есть заказчик. Почему? Потому что это индивидуальное жилищное строительство. Вот это проблема заказчика. Отдельный человек хочет и может заказать, и может построить экодом. Почему он этого не делает? Почему это не стало массовым? Ему не дают. Потому что не проходит по стандартам. Потому что, значит, таким образом, у нас есть две проблемы. Ну, не дураки дороги, нет, дураки дороги сам забыли. Значит, первое, то, что действительно проблема заказчика, и сейчас у меня будет уточняющий вопрос по этому поводу к практикам, архитекторам. Значит, а вторая проблема – это огромный корпус устаревшей нормативной базы, да, значит, которую все боятся тронуть, боятся отменить, потому что тогда набегут злые эти самые ворюги застройщики и построят вообще все многоэтажные дома из картона, так сказать, да, и все обрушится потом. Да. Вот. А с другой стороны, эта нормативная база, она не позволяет применять какие-то, ну, вообще любые инновационные технологии, потому что они, как правило, не проходят. Да. У меня вопрос к Даниилу Юсупову, который у нас тоже, надеюсь, участвует в круглом столе. Это я архитектор-урбанист, и, насколько я знаю, у тебя есть постоянное более-менее общение с заказчиками, которым интересует строительство новых городов где-то в России, в Сибири. Эти городки, скорее, достаточно, я так понимаю, ну, обладают каким-то бюджетом. Насколько при их проектировании вообще идет речь о устойчивой архитектуре и решении? Для того, чтобы поточнее
ответить на этот вопрос, мне придется его немножко перепрофилировать. Потому что есть вопрос реконструкции, например, существующих городов, и есть вопрос нового девелопмента, который тоже для России, как ни странно, существует девелопмент новых, новых территорий под застройку. У меня каждый раз к девелоперам, например, возникает вопрос, насколько далеко идут ваши бизнес-амбиции? Готовы ли вы выйти из этого бизнеса на стадии продажи конечному потребителю, или у вас еще дальше идет вопрос, эксплуатации? И здесь возникает более глубокий, я считаю, вопрос, чем вопрос заказчика. Потому что заказчик, он у нас не имеет такой культуры, но он быстро обретет, если он встроится в концепцию непрямых продаж. Что я имею в виду? Это не вопрос низкой или высокой цены объекта для конечного потребителя. А вопрос в том, что энергоэффективность, например, здания банка, которое нам показал господин Бенниш, составляла 80% той идентификации, которую банк не покупал у господина Бенниша, а собирается продать своим клиентам. И причем не впрямую, естественно, а косвенным образом привлечь клиентов в этот пункт именно через вот эту энергоэффективную, зеленую, будем говорить, идентификацию. И у нас, когда бизнес видел бы себя дальше, чем конечную продажу конечным пользователям, когда бы он понимал, что весь бизнес не в том, чтобы построить здание и его продать, а большая часть бизнеса закупана в том, как его эксплуатировать и как продавать ценность для тому покупателя, который его, собственно говоря, купит. В нашем городе, кстати, миллиарды квадратных метров построены, которые должны в ближайшие 5 лет превратиться в трущобы и поставить перед нами вопрос, а правильно ли решалась тогда задача на стадии проектирования. 10 лет примерно. Штефан, скажите, пожалуйста, как вы думаете, может быть, вы знаете точную цифру, может, примерно, как вы думаете, какой финансовый вклад государства Германии в поддержку энергоэффективных, ресурсосберегающих зеленых технологий, которые суммарно попробуйте, пожалуйста, посчитать через положение в следующей государственной помощи, ипотека. Субсидии разработчикам альтернативных видов электрической энергии и тепловой. Без снижения и всевозможные рассрочки для строителей при закупке энергоэффективной и ресурсосберегающей техники. Ну и прочие вещи, где поддерживает государство вот это направление. Сколько, как вы думаете, это составляет в процентах в цене? Es gibt überhaupt keine direkten Subventionen. Gar keine. Es gibt günstigere Darlehen, wenn ich mein Haus energetisch in Ordnung bringe, für Dämmung, für Solarkollektoren und so weiter. Aber das sind nur zinsvergünstigte Darlehen. Es gibt keinen direkten Zuschuss. Es gibt direkte Förderung für die technische Entwicklung von Innovationen wie Solaranlagen und so weiter. Da gibt es indirekte Subventionen. Erstens, die Firmen werden gefördert, aber über den Strompreis, den wir bezahlen. Wir müssen extra im Strom für die Förderung bezahlen. Das ist Nummer eins. Und Nummer zwei ist, wenn wir Solaranlagen aufs Dach machen, kriegen einen überhöhten Strompreis bezahlt für den Strom, den wir ins Netz einspielen. Aber dass ich jetzt sagen könnte, ich kriege vom Staat 20% meiner Investitionssumme bezuschusst oder so, dem ist nicht so. Also ich kriege keine direkte Subvention. Никаких прямых выплат, никакой прямой поддержки от государства в принципе не существует. Единственное, что существует, это кредиты с более низкими процентными ставками. Например, если я использую энергоэффективные технологии, дом энергосберегающий, то я могу взять кредит на более выгодных условиях, прямая поддержка.
Прямая поддержка существует в том случае, если фирмы развивают новые технические инновации, как, например, солнечные батареи, ну и так далее. Поддержку получают фирмы, но это деньги, которые уплачивают налогоплательщики, ну, то есть те люди, которые платят за электричество, потому что в цену за электричество уже включена определенный процент, который затем идет на поддержку таких фирм. Второй аспект, где есть такая помощь, это производители солнечной энергии, но там просто они получают больше денег за то электричество, которое они подают в сети. Но такого, чтобы, скажем, я получал 20% от своих всех затрат от государства в виде инвестиций, такой прямой поддержки в Германии нет. Да, просто мне хотелось коротко прокомментировать о том, что было предсказано, потому что я сам работаю именно в этом направлении. И, во-первых, 100% согласен с Александром Карповым. Хотел задать такой пример. В данный момент очень тепло на улице. В моей квартире, наверное, плюс 30 градусов, потому что энергокомпания решила максимально вводить тепло. Два месяца тому назад, когда было минус 20 на улице, у меня было плюс 5, 10, 15. Тогда они экономили. Поэтому в чем надо смотреть, что есть технологии энергоэффективности, которые в принципе называются клапан, маленький регулятор. Это очень-очень простые вещи, и надо этим заниматься. Это очень-очень ограниченные инвестиции и дадут очень большой результат. Кто может быть заинтересован? Тоже правильно сказали, нет ясного заказчика. Но в России есть один очень могучий заказчик, его зовут «Газпром». Почему это важно? Потому что вся энергия, которая зря теряется для отопления улиц в Санкт-Петербурге зимой, можно было бы продать в Китай, Индии, Западной Европе намного повыше цены. И могу сказать, пока что этими людьми прямой работаю, что и в Москве начинают понимать, что намного лучше стоит именно продать эту энергию, что не надо больше рассчитать, как делали, срок окупаемости. Если мы пользуемся местными ценами, российскими, внутренними ценами, тогда срок окупаемости может быть 50 лет для инвестиций. Это совсем не идет. Но если мы рассчитываем международные цены за энергопотребителей, тогда, наоборот, срок окупаемости снизится до 15-10, меньше 10 лет, и тогда стоит ли делать подробные инвестиции. Последний комментарий, тоже ради знакомства. Я прочитал все директивы Евросоюза, прочитал законы российские. Российские законы намного лучше и ближе к реальности. Это, я знаю, это абсурдно, это звучит как парадокс, но в самом деле российские законы ближе к реальности, чем директивы Евросоюза в этом деле. Und die Entropie will das immer ausgleichen. Das heißt, ich finde den Zusammenhang mit Entropie und Nachhaltigkeit interessanten Zusammenhang. Denn spätestens dann, wenn Entropie nicht mehr möglich ist und wir alles ein Niveau haben, haben wir auch keine Energie mehr zu holen. Der berühmte Wärmetod. Und die Aufgabe ist keine ideologische. Und wir können uns dagegen wehren, uns dagegen sträuben, gegen diese Fragestellung. Wir können sie ideologisieren, wir können sie drehen und wenden, wie wir wollen. Eine Frage bleibt bestehen. Wie müssen wir arbeiten? Wie müssen wir leben? Wie müssen wir bauen, dass wir in 50 Jahren noch genug Energie zur Verfügung haben und genug Atmosphäre zur Verfügung haben, dass wir so wie heute leben können und bauen können? Das ist eine ganz einfache Frage. Und wenn wir so weitermachen wie bisher, haben wir es nicht mehr. Ganz einfach. Можно говорить об идеологии только в том случае, если мы будем допускать такой подход. И мы должны всячески препятствовать тому, чтобы энергоэффективность воспринималась как идеология. Я считаю, по крайней мере, что мы все должны это делать. Что касается вопроса об энтропии, это очень интересное сравнение, очень интересный пример. Действительно, человек и вообще вся энергия становится возможной только за счет различных перепадов, например, и разниц, например, разница в уровнях температуры. Только за счет этого мы можем достичь производства энергии. Энтропия же, напротив, подразумевает сбалансированное уравновешение.
Поэтому мне представляется крайне интересным такое сравнение. Ведь представим себе, что когда мы достигнем такой энтропии, когда больше не будет никаких перепадов и различий, тогда не станет возможно больше получать никакую энергию, тогда просто все замрет в мире. А что же касается нашей задачи, то я думаю, нам важно не идеологизироваться вопрос энергоэффективности. Нам нужно как-то с этим бороться и постараться посмотреть на проблему с другой точки зрения. И здесь самый главный вопрос в том, как мы будем жить, как мы будем строить через 50 лет, и как нам добиться того, чтобы таким образом жизни через 50, скажем, лет у нас было бы достаточно энергии, у нас было бы достаточно ресурсов для того, чтобы мы могли жить как сегодня. Кажется, что это очень просто, но если мы будем продолжать жить так, как живем сейчас, то этого не произойдет. Ну, я вот на самом деле соглашусь с некоторыми из предыдущих выступающих, которые призывали перенести вот всю нашу тему из области веры, из области идеологии, скорее в какую-то практическую сферу. Я вот тоже сторонник этой идеи. Мне не кажется, что вот все вот эти вопросы, которые мы сегодня обсуждали, это что-то, во что веришь или не веришь. У меня все-таки лежит немножко в другой плоскости. И не совсем согласна. У меня это скорее вопросы того же, как, например, вот Моцарт, наверное, человеческим, с телом и со здоровьем, да, то есть можно жить одним способом и потом тратить огромные деньги на таблетки и врачей, да, а можно жить другим способом и, может быть, там, не знаю, инвестировать что-то. Я не хочу говорить, что здоровый образ жизни, потому что, мне кажется, очень забитое выражение. Другого я не придумала пока. Жить по-другому и потом не тратить этих денег на здоровье врачей, возможно, прожить дольше. Ну, не обязательно, но тем не менее. Вот для меня это скорее вопрос вот такого вот выбора. Да, и что касается вот того, что, да, возможно, мы найдем новые источники энергии, хорошие, очень многие страны живут у нас с водородом сейчас работают, да, все-таки, наверное, такое. Вот, есть, зачем искать? Основное направление. Но вопрос как, там... Есть откуда все. Просто вопрос в том, что существует Газпрома, существует куча компаний, которые совершенно спокойны. Только энергии, вопрос всех других ресурсов, да, там вода и какие-то прочие металлы и продукция сельского хозяйства, да, как хозяйственные площади, которые также, например, сокращаются. И поэтому мне просто кажется, что тут сама вся концепция «давайте потреблять и не думать», она не хороша как не с экологической точки зрения, так и не с какой-либо другой с точки зрения, и с идеологической. Вот даже вот так вот я.